вспомнила, что что-то было такое старое, старое древнее. Вот, вспомнила стишок. Такой. На самом деле, когда я писала очень его трагическим, о том, что жизнь не удалась и все такое. А когда я сегодня его вспомнила, я поняла, что он это очень, на самом деле, оптимистический. Он совсем, да, то есть вот, да, да, да. Сейчас, когда он... Часы мои точны, хоть и стоят. 20 минут весны, синь циферблат. Часы мои верны, не подведут. 20 часов весны, 20 минут. Вечно весна со мной, зимы не проси. Просто 20-й весной встали часы. На самом деле, я думала, стихи о том, что жизнь не удалась, а получилась о вечной молодости. Да. Ну и вот вспомнила песню еще одну, не могу ее не спеть, потому что она тоже про все это, про время. И она 12-я колыбельная. Я бы хотела стихами тебе рассказать про свою любовь, не опасаясь выбрать неверный тон. Если не ты способна руками снять головную боль, то кто? Потом две перемены времени за постой. Кто же тебя отпустил без охраны в этот безумный сон? Постой. В нас круг жизни вечный не соскочить, держись, как по утрам поднимает на плечи солнце подъемный кран. Скажи, нынче такая весна в этом городе, грех не приворожить, тщетно пытаясь я оторвать от сна. Сколько еще кукушка смешная лет нагадает нам прожить? На чей концерт, на чью